All-Stars Racing Transformed. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tachinko. Это Вескер, с вами на связи. Но это Sonic All-Stars Racing Transformed. И мы продолжаем изучать локации в этой игре. Давайте возьмем следующее гран-при. У нас с вами было первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вот шестое, Dragon Cup. Вот этого у нас еще пока с вами не было. Там было Career Zone. Samba Studios тоже была. Dragon Canyon мы тоже с вами видели. Ocean View у нас, по-моему, такой не было. А, нет, была. Это... А, получается, вот это все мы смотрели. Тогда можем это пропустить. Temple Trouble, Galactic Paradise, Rural Island, Season Shiny. Так, это тоже было. Emerald Cup, Dream, Graffiti, Set to the Falls, Charlie Tays. А, и все что ли? Это только мало карт у них, что ли, получается. Классический кап. Ну, получается... Слушайте, неужели так мало карт у них? Я думал, здесь побольше будет. Но если это мало, так давайте тогда с вами возьмем вот как раз-таки... Даже не знаю. То есть у них, получается, каждое гран-при повторяет предыдущие. Я думал, здесь больше. Надо было быть повнимательнее. Ну, давайте тогда Dragon Cup возьмем. Получается, это последнее у нас уже будет прохождение, видимо, полноценное. Давайте тогда хотя... Я имею в виду этот эпизод, имеется в виду. Так, кого тогда мы с вами можем взять? Кого мы брали с вами? Соника, Эми, Тейлз, Нака, товарищ Эггман, Шадоу мы брали. Металла я, по-моему, пробовал, но не очень хорошо с ним сладил в управлении. Вот давайте тогда Металла еще раз попробуем в управлении. Думаю, будет правильно. Так, и больше в управлении я возьму. Хотя вектор, акселератор... Ну, вот это, наверное, такой... Acceleration. Вот нормальный будет вариант, мне кажется. Заодно потренируюсь в управлении. Да. А, это зеркальные трассы. Тогда пока не последний. Если это зеркальные трассы, меня это устраивает. Потому что, вы помните, в Team Sonic Racing я радовался зеркальным трассам. Давай. О, я против себя, шикарно. О, бля. Ладно. Хорош старт. Давай. Так, сначала догоним их. Обезьяна, ты моя. Великолепно. Так. Давай, Металлик. Ой-о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 й
Ладно, мы пока более-менее, кажется, успеваем, нагоняем. Так, пойду по этой дорожке. О! Неудачно вышло. Так, ждем, дойдем до финишной прямой и оттуда стартуем.
Вперед. Пусть пока будет. Давай, Метал, ты можешь. Давай. Бля, да вы издеваетесь. Ну ладно, хотя бы восьмое место уже успокаивает. Это нормально для меня, потому что... Ну реально, когда трасса зеркальная, все-таки немножко интересно. Зеркальные трассы мне нравятся. Если тут каждая зеркальная, вот такая вот, то это великолепно. Но только если они если каждая зеркальная. Да, они все зеркальные, видимо. Он так и радуется. Давай. Есть. Так. Отлично. Авива до Мексика. Так, давай. О, давай, Метал. О, хорошая управляемость. Наклс, не мешайся. Вы слышали, как Таклс орал? Это забавно. О, тройку попали, великолепно. Так, давай, иди сюда. Ну, идите сюда, мистер. Ля. Прекрасно. О, вот. Это мне нравится. Ой, зараза. Ладно, забьем его. Так, вперед. Давай. Оу-ля-ля-ля. Вперед. Ха! Первое место снова наше. Так, молодец, синий. Так, пока несемся так. Вот тебе, жри. Так. Зараза. О,
Вот. Нам придется с этим возиться, товарищи. Тебе не пройти. А, черт, прошел, зараза. Ну ладно. Ну, второе место тоже неплохо. Второе место тоже хорошо. Запутку его. Так, дайте сейчас зажить с какой-нибудь светлого... А, он исчезает сам. Обидно. Ну ладно, я хотя бы сделал пару фоточек, это уже хорошо. Ой, а вот дальше его стихия уже идет. Зона морского боя. Вот эти обратные карты мне нравятся. Автор Барнер. Да, они все зеркальные. Будем походить, значит. Тогда еще рано я спаниковал. Давай. Забавно, что мы Доктор Эггмана, то есть меня самого обгоняем здесь постоянно. Ну, хорошая аэродинамика, кстати. Благодарю. У меня тоже полно вкусняшек. Давай, 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 давай. Мимо, обезьяна. Так, неплохо. А, ладно. Тут у него задний ход есть, это мне нравится. Второй круг. Это только второй круг, пока идет нормально. Отлично, хороший выстрел. Так, оставим здесь. А, я их надо было вперед выпускать, я их назад выпустил. Давай, 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 давай. Великолепно. Доктор, вы извините, но я забираю эту вещь. Давай, 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 есть, неплохо. И финальный. Так. Летим напрямую. Не, в кого-то попал. Давай, 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 есть. То есть как-то могу лететь. Давай, 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 есть. Неплохо, неплохо, молодец. Давай, 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 давай. У Доктора Эггмана тоже есть шикарная ульта.
давай. Четвертое. Неплохо, конечно. Но мы все равно поднялись, это тоже хорошо. Видимо, остальные, которые были в первых местах, проиграли. О! Прекрасно. Победили. Dungeon Dragon. Зеркальная карта. Вперед! Мы без бустов, конечно. Зараза такая. Так, теперь за доктором едут. Это не я. Обычно это я, но это не я в данном случае. Неплохо. Давай, зараза. Ну уж нет. Так, меня пытается задавить с двух сторон. Иду поверх нему. Так, неплохо. Пока шестое держим. Но надо лучше. Вот я не... Кстати, забавно, я пока еще вроде ни одну не забрал. Ни одну капсулу еще пока не забрал. Давай. Не будь R2-D2 здесь у меня. О, вот это уже по-нашему. Да, да, ну что это сейчас было? А, меня подожгли. Так, прекрасно. Давай, ты отстаешь. Ладно, пока еще есть шанс. Давай. Да зараза-то. Извините, дамочка, не по вашу душу. Давай. Давай. Ты сможешь. Идем пока по верхнему пути. Boost! Давай. Пока. Извини, Нак.
Но это гонка моя. Четвертое, но неплохо. Прорвались хорошо. Четвертое место заняли. Нас опустило на пятое. Футбольный менеджер нас обошел. Управляющий футбол нас обошел. Ладно. Заметил, здесь проиграли. Надо взять теперь какой бы... Ну, следующий, получается, будем брать второй гран-при. Мы не победили, поэтому можно и не смотреть. Так, здесь... Да, кстати, реально говорят, что это зеркальные трассы все. Но это хорошо. Ну, раз здесь был метал, давайте тогда Соника возьмем. Буст. Acceleration. Самая удобная, кстати, форма. Для них одинаковая. Это я столько надыбал? Перчатку получили. Ну, тоже неплохо. Monkey Ball. Зеркальная карта. Этот трап такой выскакивает. Давай. Мы против Сигуната. Неплохо. Ай, зараза, да ты издеваешься. Ну, хотя бы подбил. Радует. Обезьяна спасла мою жизнь. Извини, обезьянка, но это наша гонка. Хотел меня поджарить, макака. А не выйдет. Давай, ёж. По нижнему идем. Нижний куда быстрее. Давай. Оу, куда это я занесло? О, я не знаю, что это сейчас было, но это что-то веселое. Да ладно, Юш, нормально. Так, мы, главное, третий идем, это хорошо. Так, неплохо. Давай. Третье место, это, конечно, хорошо, но впереди нас какая-то кукла-обезьяна. Это нехорошо. Сейчас меня вот они интересуют. Слепое следование Иби тоже небезопасно.
Давай. Прекрасно, есть чем пострелять по ним. Давай. Черт, они убегают от меня. Есть. Первое место, давай, Ёж. Теперь только не подведи. Давай. Есть. Никогда не радовался победе синего. Неплохое начало. Ай, обезьяна и пудинг. Только уступает в скорости Сонику. Неплохо. Не повезло. Ой, зеркальные трассы пошли, красота. Давай. Извините, леди, вам нужно набирать скорость. Я упустил. Мимо, обезьяна! Да обезьяна! Ладно, может, и не либо. Было больно. Не пройдешь, обезьяна недоделанная. Видели, что он творит? Ну хотя бы вырвались неплохо. Так, бля. Бля. Вот почему Соник плох в казино. Это казино доктора Эггмана, то есть мое. Но тогда я должен быть хорош. Ooh la la, it's gone all star!
Вперед, 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 вперед. Так, не упускай, не упускай, не пропускай, не пропускай обезьяну. Так. Давай, 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 есть, есть. Третье, третье, держим планку, держим планку. Живо, 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 живо. Есть, неплохо. Да, упустили, опустились на позицию ниже, но все еще пока в лидирующих местах. А мы все еще держим первое место. Неплохо. И все еще Пудинг и обезьяна только дерутся за место с нами. Кто бы мог подумать, что мы будем гнаться, бороться с Пудингом? И это не Джокер. Хотя было бы забавно, кстати. Шиноби. Зеркальный. Хватит пачкать машину. Хотя это его машина. Давай, 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 давай. Есть. Ладно, ладно. Я хотел в сторону завернуть, но получилось. Зараза, ну ладно. Как раз на приземление могли ведь вылететь. Так, неплохо. Это наши пчелы, они дружественные. Так. Давай, 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 давай. Нормально, Ёж. Мы вырвались сразу в лидеры. Так. Куда ты долетел? Давай, 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 давай. Еще, нас обгоняй прямо, как лохо. Идем короткими тропами. Не будет помогать типам.
Мне бы самому на первом месте удержаться. Я попался в пчеле. Так-а. Мне бы хотя бы с этим разобраться. Давай. Давай, ты чё встал? Так, включаем и несемся на всех парах. Давай. Давай, есть. Прямо у самого финиша. Соник, тот еще мудак. Наша победа теперь неоспорима. Ну хотя обезьяна может побороться с нами за первенство. Но пудинг, все, она уже в заднице. Ну и последний — пиратские острова. Зеркальные, опять же. Приятно получать такое удовольствие. Вот за что я люблю зеркальные карты. Вот бы та же самая карта, но наоборот. Давай. Да, что это было? Зараза! Соник у меня ужасный пилот. Ой, старт фейл. Нормально у меня. Здесь нельзя уступать на самых слабых позициях, иначе проиграем. Вижу обезьяну. Она наш основной конкурент. Вот это сейчас скорость у меня была. Да, что за... Это уже замедление со стороны игры пошло. Oh, yeah.
Давай, ускоряйся! Последний круг. Да. Давай. Есть. Неплохо, держимся. А вот и финиш. Давай. Какое? Я ее прямо на финише сбил. Второе. Да опять? А, у Ланы все-таки была на первом месте. Но мы вроде ее погнали. Да. Пудинг и обезьян остались на дальних подступах. Красота. Мы справились. Здесь не грех посмотреть победный ролик. Кстати, забавно, вот где всегда поздравления? Именно на тропическом острове Sonic Colony. То есть не в какой-то отдельной каждый раз локации, а вот именно только здесь. Пудинг и Аишка. Вы смотрите, пудинг-то такая... а пудинг-то неплохая. Неплохой эпизод сегодня вышел. Что ж, ребят, это было 6-я и 7-я карты. Надеюсь, что вам понравилось это гран-при. Впереди нас еще ждет несколько гран-при, это точно. Поэтому готовимся. Так что на пару эпизодов тут точно найдется. Ну, пока что, ребят, с вами был доктор и подработник, он же Альберт Вескер. Спасибо всем, кто смотрел. Лайк, комментарий, подписка с тебя. И всем до скорой встречи, пока, удачи. Увидимся.